На данный момент происходит остаточное выгорание газа из горящего резервуара, второго в этой группе. В ходе тушения пожара было установлено, что нарушилась герметичность запорной арматуры первого резервуара в этой группе и имеет горение двух манометрических сборок еще на двух резервуарах. С помощью персонала объекта была организована перекачка из разгерметизировавшейся цистерны в резервную цистерну. На момент начала перекачки уровень газа был более метра, то есть практически половина резервуара была заполнена газом. Сейчас остаточный уровень в районе 15-20 сантиметров, перекачку мы продолжаем. После окончания уже факельного горения на горящем резервуаре сейчас прорабатывается технологическая схема персоналом объекта по отглушке, сбитию факельного горения, оглушке манометрических сборок на двух резервуарах. После окончания этих работ пожар будет ликвидирован.